На юго-западном углу Мэдисон-сквер есть памятник, запечатлевший сидящего в кресле человека. Это Уильям Сьюарт. Уильям Сьюарт – госсекретарь, губернатор штата Нью-Йорк, ярый противник рабства. Автор памятника Рандольф Роджерс представил публике образ задумчивого политика с пером в руке, сидящего в кресле, под которым громоздятся стопки книг. Есть предположение о том, что при создании этой скульптуры мастер использовал заготовки от другой своей работы – памятника Аврааму Линкольну в Филадельфии. Ряд специалистов указывают на то, что голова Сьюарда слишком мала для довольно крупного тела. Памятник Уильяму Сьюарду был отлит на Королевском литейном заводе в Мюнхене. Оплатили стоимость работ 250 граждан Америки, перечисливших средства на его создание. По информации городского департамента парков, это первый памятник в городе, посвященный человеку из штата Нью-Йорк.